Компания Access. Если я тебя доведу вам информацию о том, как компания, какой стадии компания находится на сегодняшний день, что она делает для того, чтобы любой пользователь интернета мог свободно работать в этой компании, и самое главное, то, что мы делаем в обычной жизни, для всей своей жизни, это зарабатывать деньги. Так, мы с компанией Smartphone зарабатываем деньги. Итак, прежде всего, компания Access Smartphone. Цель компании Access Smartphone – это все, что связано с рекламой в интернете. Это интернет-реклама, это оказание услуг в интернете и, самое главное, мобильных услуг. Более того, вы должны знать, что цель компании Access Smartphone является дать возможность работать в рекламном бизнесе именно представителям малого бизнеса. Потому что тем, у кого есть большой бизнес, есть большая финансовая подушка для рекламы, они могут где-нибудь тебе 1000, 2, 3, 5, 10 тысяч долларов. Но, к сожалению, это невозможно для представителей малого бизнеса. И сейчас самое главное, у нас есть информация, как компания Access Marketing, любой представитель малого бизнеса, который сделает свою рекламу через интернет, может сотрудничать с компанией EcoSmart, чтобы дать серьезную рекламу в интернете, получить с этой рекламы еще возврат рекламы и организовать свою деятельность так, чтобы она приносила ему прибыль. Вы все прекрасно знаете такие поисковые порталы, как Google, Яндекс, и мы давно на них работаем. И многие люди, которые слышат вопрос о том, что есть еще одна поисковая система, так называемая Access, вполне разумно задает вопрос, а зачем она мне нужна? Я довольно-таки хорошо нахожу всю информацию с Яндекс и Google. На что я себя отвечаю? А сколько вы денег зарабатываете, сотрудничая с компанией Google и Яндекс? И тут, конечно, идет дальше молчание, потому что этот вопрос даже не отвечается. Если мы рассмотрим поисковую систему Access, которая представляет компания Access Smartphone, и рассмотрим, что же мы можем делать в этой поисковой системе и какую прибыль извлечь для себя. Поисковая система на данный момент выглядит вот таким образом. Вы можете ввести любой поисковый запрос, и на этот поисковый запрос вы всегда получите очень большое количество информации, которую вы можете сделать. На первый взгляд, в общем-то, ничего необычного нет, кроме одного. Кроме того, что на этой поисковой системе вы можете разместить рекламу и сэкономить на этой рекламе. А вот это вот самое главное, то, о чем мы сейчас и будем рассматривать. Когда работаем в интернете, это довольно-таки всегда более непонятные люди, которые руководят компанией. Большинство людей или во многих компаниях услышите каких-то людей, какие-то люди, которые где-то что-то делают. Здесь у нас все реально. Это люди, которые знакомы нам, они публичные люди. Это люди, которых вы можете встретить на разных презентациях компании. Компания делает практически каждый месяц 2-3 разные компании. И последний раз мы встречались осенью этого года в Украине. Руководство компании приезжало в Киев, и у нас есть очень хорошая подборка фотографий о нашей встрече, информации. Все, кто отслеживал партнера, могут всем новичкам дать эту информацию. Итак, компания, руководство компании. Основателем компании является Стив Раннер, президентом компании является Боб Пенсинга и финансовый директор имеет юридическое обоснование сервиса компании, аспект обратительный контент юридической поддержки Питер Волт. Именно Питер Волт на протяжении нескольких лет делает бизнес таким образом, что у компании нет никаких противоречий с налоговыми органами Америки. Компания платит исправно налоги, поэтому компания, вы сами понимаете, будет работать здесь очень долго. Техническое руководство компании осуществляется техническим директором Джеймсом Бонда из офиса технологии компании Телекомовой
долину в Калифорнии, вы видите здесь на фотографии. И именно в Силиконовой долине расположены офисы этих серьезных компаний, о которых мы уже вспоминали. Это Google, это компания Yahoo. И знаменитые сервисные сети, наши социальные сети, Facebook, это наши технологические компании, Hewlett Packard, Microsoft, и Intel и так далее. Поэтому расценивая, я вкратце дал эту информацию, расценивая всю информацию, более подробно вы можете спросить эту информацию тех людей, которые вам дали информацию о компании ActiveSmartThink. У вас есть сейчас очень серьезная возможность поймать волну с компанией ActiveSmartThink и быть на грязи этого бизнеса. Тем более, что компания, как вы уже поняли, занимается рекламным бизнесом, а рекламный бизнес как раз создает самые хорошие возможности для финансового продвижения вашего бизнеса. Поэтому, когда мы рассматриваем именно рекламную индустрию, интернет, бизнес в интернете, то эта индустрия создала больше всего миллионеров и миллиардеров, чем любая другая индустрия за всю историю. И теперь давайте конкретные вопросы рассмотрим, как же можно сотрудничать с компанией ActiveSmartThink. Прежде всего, каждый человек, который решил для себя этот вопрос положительно, должен зарегистрироваться как консультант интернет-маркетинга, и с этого момента он может начинать строить свой бизнес. Когда мы говорим о рекламе в интернете, то вы знаете, что реклама – это лекарство с двумя сторонами. Первая сторона медали – это возможность покупки рекламы. И многие люди в интернете – это делают практически каждый день, покупают рекламу в интернете, за это борются, за это дают большие деньги, чтобы показать свою рекламу в интернете. Ну а вторая сторона медали, вы понимаете, что эти люди платят за рекламу, значит, те порталы, которые осуществляют рекламу, получают деньги. То что они получают деньги? Деньги за продажу рекламы. И вот именно консультанты компании ActiveSmartThink могут зарабатывать на продаже рекламы. С одной стороны, консультанты покупают рекламу, которая позволяет им значительно дешевле рекламировать свои деятельность в интернете, а с другой стороны, за продажу этой же рекламы через свой сайт, когда человек, который хочет купить рекламу, через ваш сайт, через вашу реферальную ссылку, осуществляет все эти действия напрямую с компанией, а вы зарабатываете комиссионные и бонусы. Компания щедро платит. И обратите внимание, именно компания ActiveSmartThink, и это доказано уже на протяжении 4 лет ее работы, позволяет сформировать так называемый остаточный резидуальный доход, то, что сетевики в других компаниях планируют делать, делают это десятилетиями. Кто-то уходит 5, 10, 15, 20 лет, компания ActiveSmartThink, наши партнеры, делают остаточный доход уже за первый, второй год своей работы в компании ActiveSmartThink. Хочу обратить особое внимание на возможности работы компании ActiveSmartThink и так называемую дискламацию о доходах. Компания четко заявляет, что компания ActiveSmartThink не гарантирует вам заработок дохода, не предоставляет и не подразумевает гарантии дохода. Важный доход будет зависеть только от чего? От усилий по продаже рекламы. И от усилий по продаже рекламы вашей команды, а пришли мы сюда не только единолично работать, а еще и продвигать бизнес, продвигать рекламу. Рекламу нуждается очень многие. Эта информация открыта в интернете. Обратите внимание, любой портал, прежде всего, кто предлагает вам продвинуть ваш сайт, предлагает дать рекламу. Поэтому, говоря о том, что предлагает компания ActiveSmartThink, я напоминаю, что это прежде всего поисковая система Access, которая с одной стороны позволяет не только делать поисковые запросы, но и работая как партнер, как консультант компании ActiveSmartThink, зарабатывая деньги. И также для тех людей, которые работают в интернете, им нужны, конечно, специфические услуги. Какие?
Это доменные услуги, регистрация доменов, хостингов. Это мобильные услуги, которые каждым месяцем все больше развиваются в интернете. И рекламные услуги, реклама в качестве баннеров, реклама сайтов, текстовая реклама и мобильная реклама. Компания рассматривает вопрос и запускает так называемый YouTube-чат. Все вы знаете такой портал, как YouTube. Портал YouTube-чат будет предоставлять практически такую же информацию, как YouTube. Здесь вы можете отправлять сообщения в чаты, здесь вы можете подавать свои видео, выставлять свои видео, давать информацию по различным вашим бизнесу. И самое главное, обратите внимание, эта информация в чат будет для пользователей бесплатно. Для тех же, кто хочет более качественно получить информацию по этому чату, естественно, информация, которую они будут размещать, будет платной. Но в любом случае, когда этот портал выйдет, и он будет бесплатным, об этом портале услышат миллионы пользователей в интернете, а значит, они услышат о компании Эксмарт. Теперь перейдем к вопросу, что же нужно делать, чтобы зарабатывать с компанией Access Marketing. Прежде всего, компания Access Marketing предоставляет нам возможности рекламировать нашу деятельность. Это осуществляется у компании на геополисковике, и это делается с помощью партнеров компании. Мы можем раскручивать любой сайт, который вы подадите, так называемый ротатор. Но для того, чтобы это сделать, вам нужно приобрести, прежде всего, годовую подписку с 59,95 долларов и купить рекламу на сумму 2000 долларов. Это реклама, которая вам позволит размещать ваши сайты на поисковой системе и через систему ротации, через ротатор, ваши ключевые слова, которые вы задействовали, помогут продвигать вашему сайту. И ваш сайт, вновь созданный сайт, который обычно находится на 20-х, 30-х миллионных местах, будет естественным образом через посещение партнеров компании выходить на 5 миллионы, миллионы и выше, и со временем появляться как сайт, доступный по запросу, по ключевым запросам, которые вы обозначили, для всех пользователей интернета, которые ищут эту информацию. После этого вам нужно просмотреть сайт в количестве 25 штук. Это так называемый ротатор, это значит серфинг. Ну и, естественно, если вы решили строить большой серьезный бизнес, то об этой возможности вы должны сообщить тем людям, которые сейчас находятся у вас, в ваших списках, в ваших социальных сетях и так далее. То есть поделиться информацией. И потом, если вы решите вам выплат, 70% выплат идет в сеть, и вы 35% комиссионные и 35% по разделению прибыли. Но обратите внимание, компания Access Marketing платит каждый день. Если в других проектах, если в других бизнесах, мы получаем свою зарплату, когда раз в месяц, когда раз в неделю, то компания Access Marketing платит нам каждый день, и это все отображается в нашей бухгалтерии. Зарабатывать компания Access Marketing можно по компенсационному плану, который предоставляет нам возможность заработка труда разными путями. Первое – это план отдыха, план работы на ротаторе, и этот план подразумевает, что вы будете получать вознаграждение после того, когда вы минимум просмотрите 25 сайтов, и после этого можете участвовать в распределении ежегодного дохода компании. План розничных продаж подразумевает то, что вы передаете информацию о возможности компании, и по плану сетевых продаж это получается автоматически, когда вы начинаете передавать информацию. Вы получаете соответствующие вознаграждения, и мы сейчас посмотрим это более подробно. Итак, любой партнер, который зарегистрировался, купил рекламу, и
эти купленные у компании так называемые кредиты выставят свой сайт на ротатор, получают возможность, что его сайт имеет вполне целевое посещение. Целевое посещение у партнеров компании ExoSmart. Почему же это целевое? Потому что ни один любой другой человек, когда ваш сайт находится на 30-миллионном месте, просто на этот сайт не попадет. А вы хотите, чтобы вы его захотели люди, чтобы он начал приближаться к интернет-сайтам поисковым системам. Но для этого есть у вас еще и требование просмотреть цену номер 24-25 сайтов, и только после этого вы получаете возможность получить еще свою долю от общих продаж компании, основанную на вашем уровне комиссии. И если вы купили рекламу на 2000 долларов, то у вас есть свой определенный процент, и вы получаете согласно этому проценту. Более того, работая каждый день на ротаторе и просматривая не 25 сайтов, а более 50, 70, 100 сайтов, более 100 сайтов вы можете просмотреть, вы получаете вот эти вот i-кредиты, которые мы купили за 2000 долларов. Таким образом, вы снижаете затраты. То есть, работая на ротаторе, вы зарабатываете кредиты, и этими кредитами опять расплачиваетесь за просмотр своих сайтов или тех сайтов, которые вы взяли на раскрутку. Вот это выглядит ротатор. Когда вы работаете на ротаторе, у вас появляются сайты, вы просматриваете сайты в течение 30 секунд и переходите на следующий сайт. Периодически программа вам включает карты, потому что в системе не было включения так называемых ботов, то есть чтобы просмотр на ротаторе осуществлялся реальными людьми. Это то, кто умеет сервисовую систему. И все наши партнеры в течение суток в любое удобное для них время, с 5 часов по американскому времени, где мы будем часов, должны зайти и сделать свою работу. Компания не лимитирует время. Вы можете заходить несколько раз на сайт, делать по 3-5 просмотров, прерываться. Это тоже абсолютно не лимитируемо. Но только просмотрев 24-25 сайтов, вы получаете те возможности, о которых я уже сказал. Второй пункт – это план различных продаж, продажа продуктов и услуг напрямую собственным клиентам. Естественно, среди вашего круга общения большинство людей заинтересованы в продвижении сайтов, и они платят за рекламу, и когда они узнают о такой возможности, купят рекламу, тут компания вам дает комиссионные. Заработок комиссионных до 25%. На этом этапе вы как раз информируете построение команды, и у вас появляется заработок дополнительных комиссионных команды, которые вы строите. И теперь мы перейдем к плану сетевых продаж, которые нужно обозначить 8 основных способов заработка. Первое – это комиссия с прямых продаж, это понятно. Второе, базовый план выплат на 6 уровней и лидерские бонусы. Лидерский бонус, директорский бонус, инфинити бонус и роялти бонус. Компания дает очень обширный план, который дает возможность зарабатывать очень и очень большие деньги. И когда мы говорим о процентах, 2%, 3%, 5%, в обычной жизни это, конечно, очень маленькие деньги от какой-то суммы, но обратите внимание, это проценты от товарооборота, от вашей структуры. И вот именно эти деньги могут уже достигать именно тех причин, ради которых вы работаете в реальной жизни и пришли зарабатывать в интернете. Слева вы видите в левой колоночке базовый план выплат до 6 уровней. А по гарантии стратегии вы видите квалификацию партнеров, которые приобрели соответствующее количество рекламы. И согласно этому количеству рекламы, они получают свой статус, который позволяет им зарабатывать от структуры соответствующее количество процентов. Если в статусе Gold партнер зарабатывает 2% до 6 уровня, например, то в статусе уже Blue Diamond партнер зарабатывает 4% в два раза больше, и этот план идет еще и дальше.
И по этому плану ты еще можете зарабатывать значительно больше вознаграждения, которое пойдет уже и на седьмой уровень, например, в статусе платины от вас добавляется 1%, в статусе даймонд добавляется 1% на восьмой уровень, для статуса даймонд эти уровни вознаграждения идут еще все ниже и ниже. Отдельно нужно выделить статус Black Diamond, который получает очень серьезное вознаграждение. И до этого статуса можно зайти, наши партнеры доходили, в среднем 7-8-9 месяцев, и выйти на этот статус Black Diamond. Наши партнеры в Китае, там где сейчас очень серьезно развивается компания, выходят на этот статус до 3-4 месяца. Деньги, которые получают партнеры, в статусе Black Diamond, как правило, начинается от 1000 долларов в день. А теперь мы смотрим, почему же компания Access Marketing работает уже 3 года. Почему компания Access Marketing дает нам возможность получить так называемый резидуальный доход и чем обеспечен чем обеспечена качественная работа бизнеса на протяжении этих лет. Все очень просто. Если в других компаниях при заработке 2-3 долларов все партнеры сразу вытаскивают деньги и уводят их из бизнеса, а если делается товарооборот в других компаниях, то это делается раз в один месяц, то немалые суммы, там 10, 50, 100 долларов, и в компании Access Marketing, независимо от того, в каком статусе находится партнер, то ли в статусе Gold, то ли Black Diamond, все партнеры делают так называемую репокупку. И эта репокупка начинается с 50%. То есть партнеры, те партнеры, которые делают репокупку на 50%, они на 50% закупают новое количество рекламы, а 50% денег выводят в кошелек. Если в статусе был партнер, допустим, зарабатывает 20 долларов в день, условно, то 10 долларов он выводит в кошелек, а 10 долларов делает репокупку рекламы. Но если партнер в статусе Black Diamond зарабатывает 1000 долларов в день, то на 50% он закупает, на 500 долларов закупает рекламу, а 500 долларов может выводить. Таким образом, десяток партнеров компании Access Marketing в статусах Diamond, Blue Diamond, Black Diamond делают такой товарооборот, который в других компаниях, этот товарооборот делается за месяц партнерами в количестве 1000, 2, 3, 5 тысяч человек. И обратите внимание, если в других компаниях товарооборот делается один раз в месяц, то в компании Access Marketing товарооборот делайте ежедневно. Вот вам механизм получения финансовой независимости, получения резидуального дохода, который очень хорошо реализован в компании «Экспортинг», и ни одна другая компания не смогла реализовать этот механизм. И вы помните, что для того, чтобы получать 35% от общего товарооборота компании ежедневно, ваше количество денег будет зависеть от вашего PSA, от количества купленной рекламы. Поэтому большинство партнеров, которые разобрали смарт-маркетинги, в первое время, зайдя в бизнес, ставят репокупку на 100%, что позволяет увеличить количество купленной рекламы, это увеличить количество PSA, а значит возможность зарабатывать от товарооборота компании, получать ежедневно уже не 4-5-8 долларов, а выходить на уровень 15-20-30-70 долларов в день. Это только по получению 35% от распределения товарооборота компании. И если у вас заходить в бизнес в интернет была мечта зарабатывать 50 долларов в день, то с компанией Access Marketing вы можете осуществить. Если у вас была мечта зарабатывать 500 тысяч долларов,
то многие партнеры нашей компании уже реализовали эту возможность и действительно зарабатывают по 500, по 1000 долларов в день. И сейчас вы можете видеть очень большое количество информации в интернете, на YouTube, как раз скрины знакомства партнеров, которые получают эти деньги. На последней встрече в Лас-Вегасе большинство партнеров наших смотрело эту информацию. Эта информация находится на YouTube. Вы видите этих людей, которые вышли на сцену в статусе Black Diamond, и они сейчас действительно зарабатывают сумму, причем сумму значительно больше, чем 1000 долларов. И обратите внимание, это доступно каждому. Что необходимо для этого? Это необходимо понять эту информацию и подключиться к действию. Самый главный вопрос, который интересует большинство людей в интернете, это вывод денег. Потому что вывод денег в большинстве компаний практически невозможно. То есть деньги визуально в двух офисах есть, а вывести их невозможно. Спешу вас обрадовать. На протяжении 4 последних лет компания выводит деньги каждому партнеру компании SmartLink на карточку, которую она присылает. Вы будете приводить деньги на вашу национальную карту. И в течение 4 лет сделаем условие, чтобы компания SmartLink по выплате денег был сбой. То есть этот вопрос должен обсуждать. Если кому интересно, выберите в поисковиках и делайте соответствующий запрос, и вы будете приятно удивлены, что эта информация в интернете даже отсутствует. А теперь я хочу вам рассказать про планы разделения капитала. Компания AccessMarketing – одна из немногих компаний, а может быть даже единственная, которая позволяет нам разделить долю ежегодной прибыли компании. У компании есть ежегодная прибыль, но эта прибыль, как правило, уходит в саму компанию. Компания AccessMarketing дает нам возможность участвовать в разделении ежегодных прибыли компании. И на эти деньги, которые мы можем получить, компания планирует выходить на продажу акций, и мы можем оставить покупки, первоначальной покупки этих акций по известной цене. Есть так называемые наши трастовые аккаунты. Любой партнер, который попадает в клуб учредителей, есть специальная информация на сайте компании, есть информация у ваших спонсоров, регулярно проводится последний месяц информация в наших комнатах по работе квалификации клуба учредителей. Так вот, тогда вы получаете соответствующее вознаграждение согласно вашему PSV, то есть вы еще раз очередной раз убеждаете, что PSV это эквивалент ваших вознаграждений. Согласно ваших инвестиций, вам ваш трастовый аккаунт начисляется соответствующие деньги. Кому-то 100 долларов, кому-то 500, кому-то 3000 долларов. И на эти деньги будут вам дана возможность купить акции компании AccessMarketing. Многие спрашивают, а что будет, если компания мне вдруг не выйдет на размещение акций? Когда эти деньги с такого аккаунта, который не принадлежит самой компании AccessMarketing, будут просто возвращены вам. Таким образом, подведем итоги. У компании есть возможность зарабатывать как тем людям, которым нужна реклама, и для этого они могут купить на 2, 3, 5 тысяч долларов рекламу, начать рекламироваться на поисковике Access, подключать ротатор, получить быстрое продвижение своего сайта в большинстве поисковиков, могут сэкономить на своей рекламе, потому что работая на ротаторе, они будут зарабатывать дополнительное количество кредитов, которыми они расплачиваются на ротаторе, они могут участвовать в распределении ежедневной прибыли компании и могут, самое главное, обратите внимание, со временем те деньги, которые они затратили на покупку рекламы, возвратить обратно в свой доход. Механизм вы уже увидели. Есть вторая группа людей, которых интересует именно сетевое построение бизнеса. К
которые умеют строить, умеют и знают, как строить сети, как привлекать людей. Но, к сожалению, в интернете работа некоторых компаний ограничена сроком 3 месяца, полгода, год, ну максимум полтора. Компании Smarting построят структуру, они могут быть уверены и гарантированы, что здесь вся структура сохранится, структура не распадется, и усилия, затраченные однажды, будут приносить вам постоянный доход. Третий вариант, людей, которые заинтересуют этот бизнес, это возможность приобретения акций в компании Smarting по известной цене. Вы прекрасно помните, как развивались компании Google, Яндекс, и сколько сейчас стоит их акции. Мы получили информацию о компании Smarting, я сделал обзорную информацию. По каждому слайду, по каждой возможности можно говорить часами. Эта информация есть у всех людей, которые вас пригласили в бизнес. Если вас пригласили люди, которые сами недавно зашли в этот бизнес, значит, у них есть уже стоящие спонсоры, о которых вы можете достучаться, дозвониться и получить всю информацию. Поэтому рассмотрите этот вопрос, примите решение сейчас, заходите в бизнес, стройте свой бизнес и получите финансовую независимость и резидуальный доход, как это сделали десятки, сотни и тысячи партнеров компании «Интерсмартинг». Спасибо за внимание, с вами был Владимир Болдырев. Завтра у нас по плану занятия в 21:00 по Москве. Пожалуйста, приходите, приглашайте своих партнеров, готовьте вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. Вопросов нет. Спасибо всем за внимание и до следующих встреч. Marketing. Marketing.